как вообще можно ходить по такой дороге? Просто ужас. Улица Старокбышевского, 98. Хочу показать вам тротуарчик, через который я каждый день ломаю ноги. Хожу здесь несколько раз в день. Вот по такому ужасу. Из-за того, что вот здесь стоят машины на проезжей части, они все объезжают вот здесь, по тротуару. Смотрите, во что дорога превратилась. Ходить просто нереально. Вы не представляете, как это тяжело. Особенно, когда ты идешь на каблучках и едет мой поток машин. Просто сейчас утро ранее, нет машин особо. А вон как раз едет. Сейчас увидите, как она будет ехать, проезжать здесь. Остановилась.